Всем доброго времени суток. Ваше внимание представляет автомобиль Лада Гранта 2017 года выпуска, двигатель объемом 1,6 литра, механическая коробка передач. Задние дверные карты, как и заднее сиденье, автомобиль в отличном состоянии. Обивка салона без каких-либо пятен. Спереди что дверные карты, что сиденье, все также в отличном состоянии. В комплектацию автомобиля входят передние электростеклоподъемники. Такая вот магнитола с USB AUX-ом. Также имеется у нас кондиционер, подогрев заднего стекла, подогрев передних сидений, бортовой компьютер. Пробег в данный момент на автомобиле составляет 62 тысячи. Если вас заинтересовал данный автомобиль, номер телефона, а также адрес нашего автосалона, вы можете найти в объявлении. Автомобиль можно купить в кредит по системе Trade-in, а также за наличный расчет. Всего доброго!